Привет всем, друзья! Сегодня у нас очередная посылка из Китая. В данной посылочке у нас пришли налобники, фонарики. Давайте посмотрим. Так, вот таких вот 4 фонарика. Давайте посмотрим один. Вот такой вот OEM-версия фонарика Sanri. Очевидно, что это версия Sanri Yodo 2. Вот. Очень легенький, но весит копейки просто. Пластик сделан, давайте так вот покажу вам, более-менее качественно. Резинка, конечно, не внушает доверия, так как она, ну, самая обычная, ничего такого. Они что-то пишут, там хедлайт какой-то. Также имеются зазоры, да, на резиночке, можно ее вытаскивать. То есть крепление вынимать, да, вешать там за стропу или еще куда-либо. Вот. Ну, фонарик выполнен, в принципе, так вот визуально по пластику неплохо. Неплохо. Резиновая кнопочка, напоминающая такой вот силикон какой-то. Так, открывается. Ну, давайте так покажу. Вот здесь у нас трещотка. То есть угол наклона, да? Довольно-таки удовлетворяющий угол наклона. Ну и давайте посмотрим, что в середине фонарика самого. Угу. Вот такая вот у нас начинка. 3 таких слота для батареек маленького пальчика 3А. Позолоченные контакты. И видно, да, резиночка. В середине имеется резиночка. То есть крышка, ну, как заявляет производитель, защита у данного фонарика IPX5. То есть от струй воды, то есть дождь нам не страшен, да. Но практика, конечно, покажет свое. Не буду сейчас прогнозировать наперед, насколько он защищен. Здесь есть такие прорези, да, вот для удобства, наверное, открытия. Хотя вот не понимаю, к чему они. Как бы все равно приходится сверху, да, вот, ага. Вот так вот мы берем, да, и левой рукой пытаемся снять сверху. Ну, не знаю, это как кому уже удобно. Значит, что у нас по лампам, по диодам? 2 красных и 1 яркий белый. Люменов у нас здесь 90. Ну, это, знаете, 90 люменов, это очень размыто. Дай бог, чтобы тут было 50. Ну, в целом фонарик неплох. Но остальные фонарики это у меня друзья заказали. Думаю, они останутся в таком же позитиве, как и я. Потому что я искал недорогой такой вот бюджетный фонарик. Вот. Ну, посмотрим. Давайте, наверное, проверим свечение, да? Сейчас найду батареечки. Итак, друзья, нашел я вот таких вот 3 батарейки. Ну, немножко они, может, и подсевшие. Но нам надо проверить, поэтому как бы здесь главное убедиться, что он рабочий. Ну что ж, батарейки визуально держатся хорошо. Да и вот видно, что да, они не выпадают, не выкатываются, как бы. Вроде бы надежно. Да, кстати, замечу, фонарик приобретает сразу такой вес. То есть чувствуется, что в нем уже что-то в середине есть. А то как-то сначала он меня просто, ну, удивил. Так ощущение, что он даже 50 грамм не весит-то. Ну ладно, давайте проверим. Так, это у нас
Работает дело. Это, ага. Ну, я не знаю, будет ли вам видно. Это самое слабое свечение. То есть дальше уже идет красное свечение. И сигнал SOS. Ну, на чем бы его показать? Ну, давайте сейчас что-то придумаю. Вот, может, получится на таком листе. Вот. Итак. Ну, так как у нас Божий день, поэтому говорить о чем-то сложно. Ну, что-то вот такое получается. То есть, какая-то точка есть. Это максимальный режим. Но опять же, напомню, что батарейки, друзья, у меня подсевшие. И я снимаю днем. То есть солнце бьет прямо на мою съемочную площадку. Поэтому сложно сказать, как это будет ночью. Вот. Но есть два режима белого света. То есть центрального диода. То есть вот такой вот он. Самый минимальный, да? Это что-то посветить, очевидно, так вот возле палатки где-то там, да, не слепящий режим. И другой, вот после красных, вот он. Это уже максимальный режим. Ну, как я и говорил, что сейчас это без результата, то есть надо это все показывать ночью. Вот, скорее всего, я сделаю уже обзорный тест Йодо-3 от Sanri и данную версию OEM Sanri. И посмотрим, кто лучше, что лучше и как. Вот. Ну, также вот, видите, да, два красных, две точки. То есть это тоже ближний свет. Ну, чтобы возле костра, когда вы с друзьями, чтобы не слепить друг друга, наверное. Вот данная опция будет очень кстати. Ну и мерцающий такой вот режим. Ну, посмотрим, друзья. Ну, в общем, на бумажке я ничего вам не смогу конкретно показать, так как говорю, что сейчас Божий день. Вот. В целом, в принципе, он должен показать себе очень неплохо. Ну, я так думаю, что фонарик вроде бы внушает доверие. Вот. Ну, посмотрим. В общем, друзья, ждем полного сравнительного теста, обзора двух фонарей. Двух версий фонарика Sanri. Вот, и на этом как бы определимся, что же все-таки лучше. Стоит ли переплачивать, или, может быть, стоит купить какой-то бюджет. Вот. Ну а пока что всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.